Всем привет, Blender 2.91, и в этом ролике давайте дальше продолжать делать имена льва, конспектировать информацию, и хотелось бы в этом ролике добавить усы. Что сделаем? Я в прошлом ролике немножко напортачил. Если сейчас мы зайдем в рисование веса, то увидите, что усы — это тело красное. Наоборот, тело должно быть синее, а вот это все, что усы, волос над ушами, это должно быть синее. По синему именно проецирует волос, а по красному нет. Я просто сбился именно по анимации, по настройке костей. Так что давайте немножко тут подкорректируем. Значит, рот мы удаляем долой. И усы мы удаляем, оставляем только вот эту часть, именно морда. Так, красная. Это значит рисует волос. И вот хотелось бы вот здесь еще красным закрасить. Подкорректировать, так сказать, вот эту вот всю модель. Так, что тут у нас? Симметрия. Vertex опции. Давайте X по X. И по X все это дело закрасим. Так, вот это все красным, потому что я хочу сделать именно волос на морде отдельно. Так, вот так все это как-нибудь аккуратненько. О, вот таким вот образом красим. Смотрим, все нормально. Вот здесь еще чуть-чуть корректировочки. Рот синий, здесь волоса не будет. Все будет нормально. Так, теперь создаем еще одну вертекс-группу. Называем ее усы. Усы. И здесь нужно F, английское, уменьшить кисточку. N, панель, screen cascade, чтобы вы увидели, что я нажимаю. Это вот в этом углу появляется... Нажатые клавиши, комбинации. И вот хотелось бы на усы сделать вот такие красные точки. Здесь будут именно вот эти усы. Так, много их не надо. Вот так нарисовать. Возможно, это даже много, потому что первый раз сделаю. Это будет эксперимент. Так, и вместе с усами, F английская, давайте добавим волос вот здесь на, ну как, на ушах. О, чтоб торчало. Так, тут раскрашено, тут раскрашено. Теперь создаем новую группу. Создаем морда, пишем морда. Кстати, чтобы морда 001 будет. Чтобы переименовать, здесь сделаем два нажатия. А в Particle System, чтобы переименовать, там три нажатия выходит. Левой кнопкой мыши. Так, и здесь нам нужно F английская. Я хочу зелененьким тут чуть-чуть порисовать, чтобы волос вот этот был поменьше. Так. Вот как-то вот таким вот образом. И чуть-чуть на уши, само собой. Так, вот на эту часть. Так, на морде надо потом тоже синим подкорректировать. И вот эту часть тоже. Здесь волоса должно быть поменьше. Так, так, так. Ну и на ушах сзади тоже поменьше. Ну и на затылок тут чуть-чуть. Давайте побольше рисанем. Так, получается вот такая штука. Теперь нам нужен именно синий цвет. Для чего? Чтобы F английского уменьшить и закрасить вот эти глаза. Чтобы на глазах не было волоса. Потом F английская. Так, это кисточка. Strange. Давайте морду немножко вот тоже подкрасим. Потому что здесь будут именно
как сказать, усы. Так, ну голая она тоже не должна, наверное, быть. Давайте немножко вот так как бы точками притяним. И будет нормально. А вот здесь, вот на этой части, здесь я хочу сделать волоса побольше. И чуть-чуть посильнее его вот так вот подкрасить. На виски тоже волоса побольше. Все, морда 1, морда 2. Ну и тут тоже, наверное, вот так. Подкрасим. Все, это дело есть. Object Mode. Включаем теперь видимость текстуры. Шейдер вот этот. Третий. Заходим. Создаем Particle System. Так, сначала давайте переключимся на усы, потому что в этом ролике, в принципе, я хочу сделать только усы. Волос я уже показывал, как делать на теле. Так, в треугольник заходим, нажимаем Vertex группы усы. И заходим в модификаторы, находим Particle System. И заходим в настройки вот этих частиц. Включаем Hire, нажимаем три раза вот на эту надпись, пишем усы и переименовываем нижнюю вот эту название усы тоже. Вниз мотаем, находим Vertex группы и в первый вот этот объем ставим усы. Так, вот теперь у нас волос растет с ушей и с усов. Нам нужно поставить где-то 35. Так. Надеюсь, не маловато. Ну, давайте 45 пока. И переключимся, чтобы увидеть все это в Children вот этот. И интерполяция. Вот вы видите, что многовато. Размер поставим на 0,04. Сотые. Смотрим, маловато. Давайте добавим. Ну вот, вот такие усы уже пойдут. А number, количество вот этих вот частиц, давайте поставим 25. Так. Ну, вроде нормально. Давайте смотреть, как это все дело будет. Заходим в Particle System. И вот этих усов уже, в принципе, не видно. Вот это уже неинтересно. Так, куда-то они тут посвалили. Над ушами вот так чуть разгладим. Так. И вот эту, вот эти усы. Так, это уши. И вот эти усы вот так вот как-то пока направим. Посмотрим, вообще есть они тут, нет. Так, куда смотрят. Итак, над ушами большеватые. Давайте их чуть подрежем. Это ножницы ставим. И вот так чуть-чуть подкромсаем. Так, вроде хорошо должно это дело быть. А усы надо вытянуть. Это получается length. Это, по-моему, это. Так, не вылетай. F. Кисточку поменьше и попробуем чуть-чуть повытягивать. Так, что получается? Получается, надо было поставить где-то 35 длину усов и где-то что-то лучше удалить, подрезать.
Так, а почему вытянулось именно с ноги? Вот этого я не понимаю. Это на ногах нам не надо. Это видно, она добавляет эта кисточка куда надо волос, а вытягивает пуф, вот этот, наверное. Переключимся. Здесь есть переключение между вот этим selected, а в опциях можно поставить так, по X стоит симметрия. Попробуем еще переключиться между вот этими настройками по вершинам, чтобы вытягивать. Смотрим, что произойдет. Так, по-моему, вот это должна вытягивать. Во, да, вот это вытягивает, волнистая. Называется length. Так, мы это все делаем побольше. Где-то что-то как-то. И расческой немножко все это дело можно направить. Так. Вот где-то подсогнуть, где-то подкорректировать. Ну, такая штукенция. Так, смотрим. Object Mode. О! Усы нормально, но вот с этой стороны надо еще, наверное, или расчесать. Куда-то они деваются с одной стороны. Так, это можно расчесать и немножко обрезать. Так, вот так. Где-то тут еще был волос, тут. Вот он. Ага. Значит, вот этот дальний мы удаляем. Тут немножко тоже, наверное, где-то подрежем. Object Mode. Ну и все равно не большеватый. Но усы уже есть. Так, это... Так, так, так. Ну... Так. Надо искать, где эти волосы еще находятся. Так, попробуем вытяжкой вот сюда вот вытянуть. Подрезочку где-то вот здесь вот прочистить. Получится так, нет. Вот беда, что вот это где-то не видно. Так, здесь поставим, давайте тоже 10. Так, это значит, что нам даст длину. Так. Длина. И получается сид. О, сид можно сделать поменьше. Так, сид есть. Ну вот что-то в таком духе. Так, рисовать значит запоминаем, что вот на дальнюю на пару точек всего здесь вот сделать 3 штуки. И в принципе будет нормально. Так.
Заходим опять же в Particle System. Так, Ctrl. А ну-ка, если я эту одну волосюху удалил, все, усов не будет. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Попробуем. Vertex Paint. И вот эти части закрасить. Так, это у нас... Так. Вот это F-Subtract. И вот так мы это все дело немножко подкорректируем. Так, ага. Вот нижние тоже приберем. И оставим только волосы спереди. Заходим в Particle System. Ну, в принципе, это что-то есть. Object Mode. Какие-никакие усы. И попробуем их вот здесь еще растянуть. Так, это что нам дает? Render Amour. Вот, тут еще реже можно сделать. Дистанция. А, дисплей. И вытянуть, да? Вот, побольше. Все. Усы есть. Все нормально. Какие-никакие пока. Теперь нам нужно добавить именно вот в Particle System еще один Particle System. Зайти в Vertex группы, и нам понадобится морда 1. Это тело. Давайте переименуем тело. Так, ладно, стоп. Тоже казус, но нужно знать. Так, вот эту мы сейчас пока удалим. Переключимся на морду. Переименуем ее, напишем тело. Все нормально. Теперь создаем Particle System. Settings, пардонте. И пишем тело. Enter. Проверяем, чтобы это было точно тело. Да, это оно. Higher выбираем. Advance. Тело еще тут переименуем. Тело. Enter. Так, теперь, значит, это ставим здесь 5000. И ставим опять же 0,03. Смотрим в children, как это все будет выглядеть. Интерполяция. Во! Уже должно быть прикольней. Так, это значит еще одну добавим. Во! Четверочка нормально. Пятерку сегменты чуть-чуть уменьшаем. И 5000. Не, ну в принципе нормально. В принципе пойдет. И все это дело давайте расчешем теперь. Опять же, видите, все настройки здесь включены. До тех пор, пока вы не начнете именно вот это все дело выглаживать. Здесь находим тело, опять же, не забываем. Vertex группы ставим на объем. Вот этот density, по-моему, объем. И вот теперь мы будем работать с телом. Так, а вот это усы можно на момент работы с телом отключить. Все, чтобы они не мешались. Заходим в Particle Edit. Переключаемся на вот первую вот эту функцию Selected Mode. Patch. И ставим на расчесывание. И вот это все дело потихоньку. Гладим в сторону, которая нам нужна. Так, что у нас тут? Так, над глазами тоже прибираем. Над носом прибираем. Над лапами идем вниз. Ну, я пока хаотично вот это все дело сделаю. Опять же, для понимания принципа вот этой всей
штуки. Так, хвост тоже выглаживаем. Так, грудь идет вниз, волос растет. Вот так вот боком можно поставить и вот так вот расчесать. Здесь тоже выкручиваем, здесь тоже расчесываем. Так. Ну и давайте посмотрим, что получилось. Ну вот, нормально, уже шерсть. Это получается, запоминаем, 5000, а в прошлый раз я ставил 20000. Значит, опять Particle Edit. Здесь все вот это дело приглаживаем. Ну и по плечу как бы вот можно полукругом вот так вот с заворотом волос спустить, чтобы красиво было. Так, и по брюху пригладить. На жопе тоже вот торчат волосы, их тоже нужно дооформить. Ну вот что-то этакое. Так, Object Mode. Во! Уже волос поприкольнее идет. А вот еще на морде я не разгладил. Так, выбираем Particle Edit. И в сторону вот это вот рта вот так все это дело приглаживаем. А вот здесь вот от носа идем, значит, вперед. А от глаз уходим в бока. И вот эти части, это влево, это вправо и пробор посередине. Уши можно кверху причесать. Так, и вот эту часть как бы вот так, во, ну, в эту сторону. Так, на жопе тоже вниз опустить. Смотрим. Во, вот это уже интересней. Включим усы. Во, с усами уже гражданин. И теперь у нас остается, значит, морда. Переключаемся на морду. Заходим вверх. Так, Particle Properties. Добавляем еще одну вот, Particle System. И переименовываем ее в морду. Морда. Хорошо, конечно, на английском писать, но я его не знаю. Так, опять Hair, волос, Advanced. Здесь ставим уже, там 5 стояло, здесь ставим 1000. Enter. И Velocity, и в Children, и в Velocity смотрим, что тут. Так, пардонте. Density ставим, это морда, во. Смотрим, где интерполяция. И ставим higher length 0.02. О! О! Вот это будет хорошо. Так, 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 так. Так, а если до 3 поднять? Так, вот сейчас начать, если вытягивать, разглаживать вот это дело, то потом, возможно, придется удалить опять вот эту морду и по новой это все дело отрепетировать. Так, ну я думаю, поменьше поставить на 2, да, потому что здесь очень маленький волос должен быть. И заходим опять в Particle Edit, расчесывание. И как-то вот это кверху, уши как-то в бок, F побольше можно поставить, кисточку.
Вот такая штукенца. И вниз, вот сюда, к челюсти. Так, это значит, а нос? Нос вперед, вот этот волос от морды. Так, от глаз. Так, не, брешу я, наверное, F. От глаз надо уходить вот в эту сторону. Вот так. Так, и хочу, чтобы вот эта вот часть топорщилась. Я ее вытягиваю вперед. Проверяем в Object Mode. Пардон, Object Mode. Ну вот уже хорошо еще вот это вот тело докрасить. И вот этот волос над глазами нужно F побольше. И мягенько вот сюда. Вот так вот кверху. И от морды как бы вниз гладко пригладить. Так. По голове уходим вверх. Это уходим вниз. От морды тоже уходим вниз. Во! Теперь нам понадобится тело, по-моему. Вот этот волос, вот что торчит, это не есть хорошо. Заходим в Particle System. И вот так вот по голове, по телу, все это дело загоняем в сторону, вот, где нарисованы вот эти полосы. Как бы вот, ну, симметрично, что ли, под углом к полосам. Так, голову тоже здесь пригладим. Вот так. И вот что-то вниз. Получается морда. Мордер. Здесь ставим 10 тоже. А вот эту часть немножко уменьшаем, чтобы она еще поменьше была. Во! Вот как-то, наверное, так что-то. Так, это на очень мало. Так, это еще... Во, это уже надувает ее. Тоже чуть-чуть поменьше. И сит. Давайте 35 поставим. Так, long hair. Здесь можно еще настраивать вот патчинг, минус, максимум. Потом roughness, это вот перекручивание. Допустим, можно их сделать волнистыми, вот эти вот волосенки. Так. Во. Вот они. Уже, значит, рандом. Это она их перекручивает. Они становятся неровные, а именно вот с изгибом. Ну, вот эти вот кинг можно настраивать, тоже экспериментировать. Добавили, посмотрели, что тут происходит. Ну и желательно, наверное, перевести на русский вот этот вот блендер. Где это сделать? В Edit, преференции, и ставите интерфейс language русский. И будет на русском, и вы будете понимать, что тут написано. Но это я уже потом поэкспериментирую, и будет нормально. В третьей части покажу, что еще здесь есть. Ну, в принципе, ничего такого. Опять пробуем настроить
именно свет. Так, я эту часть сохраню. Save as, значит, плюс. Добавляем wet light sun. И свет ставим, ну давайте на 7. Enter. Тройка, поднимаем G. Вот это все дело. R. Перекручиваем 7 на нампаде. R. G. Уводим свет чуть подальше. Единица. Вот теперь нужно добиться вот этой вот мягкости, сгладить вот это, вот этот волос в настройках. Это опять я покажу в следующем ролике. Или погладить тут получше и уменьшить вот эти вот настройки, допустим, тела. Заходим, находим тело Particle, и можно здесь еще поэкспериментировать вот с этими вот настройками. Ставим, допустим, 5, 0.5, Enter. Нет, только единица ставится. Так, вот здесь вот сделать помягче. Во. Это уже многовато. И лучше ее здесь вот в эту сторону пригладить. Нужно найти, где вот это вот находится сглаживание. Ну вот уже помягче, вроде кажется как. Во! Вот она, вот она, вот она. Вроде нормально. Ну и в этих настройках еще полазю. В следующем ролике будем стараться сделать его сглаженным таким. Более мягким. Здесь вот вообще уже шерсть видно прям хорошо. Так, если вот так прибавить. Вот, тут в этих настройках нужно и будет полазить. Увидите, что это вот уже какие-то части шерсти больше становятся. Ну, а на этом пока все. В следующем ролике будем продолжать его тут экспериментировать, доделывать. Все, всем пока, до свидания.